Какая-то странная надпись. Космос, далекий космос. Всем здорово, всем привет, и это Кактус и Кроныч. Мы продолжаем играться в игрушечку под названием Heavenly Bodies. Надеюсь, в этом мы не улетим никуда. Да куда? Не тыкай меня, пожалуйста. Не улетим, у нас там телескоп. Напомним, в прошлой серии мы чинили антенну. Теперь мы чиним телескоп. Правда, в прошлой серии немножко такая обрезанная получилась. Подтверждай. Подтвердил? Подтвердил. Так, я классический. Все классически. Да, вот видимость. Нам нужно починить тут телескоп. Видимость собрать и развернуть космический телескоп. Установка связи. Связь установлена. Ой, мы тут сейчас... С орбиты мы можем видеть космос без искажений. Привнесенных атмосферой нашей планеты. И эти визуальные данные будут получены с оптического космического телескопа. Вы должны собрать телескоп из модульных компонентов. Потребуется достаточная стабильность и точность. Вакаримаста, все, полетели. Так, это братцы, это отлично, все. Все, я разобрался. Надо, кстати, инструкцию раскочеврякать. Так, руководство. Собрать и развернуть космический телескоп. Починить манипуляторы и крана гаечным ключом. Непонятно. А, просто видишь, надо гаечным ключом защелкнуть на коннектор. Потом сесть за штурвал и крутить, короче, и это вращает, а это двигает, понятно. Установите следующие элементы. Верхняя солнечная батарея, нижняя солнечная батарея, приемник и процессорный блок. Не туда. А туда все. А все у нас больше ничего нету. А как закрыть? Как закрыть? Это какая кнопка? Да вон эти окошки. А где окошки? Какие она? Не знаю, старт. Бег. Полетели. Куда нам надо-то? Уии, в прошлой серии я, кстати, в космосе побывал. Если ты не видел прошлую серию, посмотри обязательно. Обязательно посмотри. Я там на волоске от смерти был. Давай, вылетай туда. Ты вот в дырку надо. Да, что-то у меня вообще не это. Чего? Он амеба стайл, амеба стайл. Он как-то странно меня ведет. Оп. Вот. Он как-то прям тянется за руками. А так он так не должен делать. Должен. Мы, кстати, на корабле. Не в открытом космосе, а на корабле. Ну, мы вообще на телескопе. Ну, это какой-то корабль же. О, ключ гаечный. Я взял гаечный ключ. Молодец. Держи теперь его. Так, а где манипулятор-то чинить? Нам карту-то не дали? Ну, наверное, вон туда, наверх. Почему? А сюда что? Давай сюда. Уш! А тут есть открытый космос? Или мы тут везде будем бортоваться? Вот, смотри, какие-то створки. Слышь? Бляха. Было бы лучше, если бы он хотя бы летел. Я ж только одной рукой могу цепляться. А, ну да. Ну да, тебе сложнее. Сейчас оттолкнемся ножками. На нахуй. Хоп! Дверь, так. Вон, рычаг. А, да, рычаг, действительно. А он пока не работает, мы же не можем туда выйти. Почему? А, да, на нем питание нет. Слышь? Ну-ка не ной там. Кошка там ноет. Хе-хе, я слышал, да. Надо питание найти. Тут как будто как-то... Ой, смотри, а там закреплено, там можно и этот груз можно открепить. Так,
Так, давай, 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 пролезай, 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 мой хороший. О, а что мне, а что, вот мне-то, мне-то что делать? Я застрял тут. Сейчас, погоди, я найду место, где это. Вот, смотри, тут есть лом и какие-то батареи. А, я знаю, что я так летаю. Чего ты так летаешь? Потому что я в, это, в гаечный ключ у меня. Он меня слишком держит. Так не туда. Ну, я выкидываю гаечный ключ. Ну, пока выкинь, да. Нам потому что надо дать... Так, я нашел рубку управления. Мне это, конечно, сейчас не очень интересно, эта рубка управления. А где клешни-то? Мне клешни крутить надо этим гаечным ключом. Так, ну вот, нам нужно дать питание. Или, подожди, или надо в космос вообще вылезать. Я в космос не полезу. Ладно, давай ползи сюда. Вон, это что вот здесь вот, справа, слева, вот это что? Это можно выйти в космос? Где ты гаечный ключ собирал? Нет, а, рычагов-то да никаких нет, рубильников. Просто стыковочные, наверное, узлы. Фак, гаечный ключ тяжелый, меня прям болтает в разные стороны. Да отпусти ты его пока. Отпусти пока, сейчас найдем, где вообще открыть. Отпусти. Отпусти ключ. Ключ отпусти, дурак. Да на. Вот, все, плыви. Да. Зацепись, пожалуйста. Так, а я пока тут осмотрюсь. Нет, тут слышь, тут только управление этим. Так, это что? А, это лифт, слышь? Вот они, процессоры. Слышь, модуль и всякое вот это хуепутало. Так, ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я уже это в космос отправил. И это полетело уже где-то там. Так, вон они. Игрик, я сел. Ага, вон они, да, вот смотри, надо как-то туда вылить. Вот они, лючки, слышь? Бери гаечные ключи, вон, пошли. Вон гаечный, да не, пошел ты, я не хочу лететь обратно. Да, мы-то, мы... А, ты можешь типа это спускать, туда недостающие части поднимать. И вот этими частями уже крепить, а управлять все манипуляторами. Ага, только я еще блок питания туда выставил. А я не знаю где, ладно, я за ключом. Давай. Бля, я уже забыл, как это все делать. Так, ты давай тогда тут сиди. Если ты не хочешь за ключом. Давай тебя пихну-то ногами. Слушай, а если себя за голову взять и как барон Мюнхгаузен? Хоп! Нихуя не работает. Так, не ломай технику. Блять. А, я знаю, как, что надо делать. Вот. Ой. Ну что, да, давай, давай вместе. Чего вместе? Или ты хочешь сказать, что ты быстрее это сделаешь? Конечно. Пизду, ты сейчас, блядь, в открытый космос еще нахуй выйдешь. Вот я себя зашвырнул, вот что ты, смотри, профессионально. Туда, не туда. А куда нам, подожди, а туда, правильно, да? Монтировка нам не нужна? Нет. Блять, какое-нибудь бы ускорение, что ли, там, типа, знаешь, подпернул. Ну, да? Тогда было бы неинтересно, ты чё. Хотя я, да, я подпернул бы. В скафандре. Блять, вот он руками отталкивается, и все, и пизда рулю.
Так, а почему у меня как-то руки неправильно работают? Вот, и я про то же. Здесь потому что близко, наверное. Да-да-да, наверное, очень близко. Ладно, будем перебежкой. Так, где гаечный ключ? Вот он. Да. Так, понятно, не дотягиваюсь. Да, я тебе помельче сделаю. Оп. Так, а я могу гаечный ключ? Ебать. Ты его прицепил? Я профессиональный этот. А я что-то как-то и не додумался. Астронавт. Так, понятно, надо вот так. Ножки. От. А, сука! Маши как рыба. Маши как рыба, я уже в космосе намахался как рыба. Все, теперь. Ты слишком много колебательных движений создаешь. Ага. И соответственно не можешь поймать. Так, а есть страховка? А там, по идее, тебя держать будет? Или не будет ничего держать? Кто меня там держать будет? Ну, страховки нету. Вылезай в дверь. Просочился так. Оп. Во. С плеча дверь выносишь. Ну а как? Ногами. Ну нахуй. Да ты зацепись второй рукой и этой рукой просто отодвинь дверь. Только странно, дверь-то больше тебя весит. Ты не сможешь ее так столкнуть. Да и? В невесомости запросто. Там он на орбите 300 эти. Какие 300? Даже больше. Так, мне теперь там главное не улететь. Вот это что такое, это тросом такое притянуто? Нам это надо потом будет отключать или что? Нет, это само вот эта центральная хуйня, нам ее чинить надо. Вот это тросами они там держатся. Со стрелочками, да? Да. Не-не-не, эта хуйня нужна. Тебе надо клешню починить. Оп. Вот она клешня. Чего? Нет, мне надо там, где искрит. Подвигай. Видишь? Это я не она. Я ничего там не вижу. Ну, потому что это не она. Она. А как ты там что видишь? Я там вообще ничего не вижу. Я уже до этого посмотрел. Слушай, ты мне тогда тут нужен, получается. Вот он. Во, видишь, он уже прицепился. Ну, так теперь мне двигать надо. А ты что, не отцепишь-то его? Ты отцепи его от своей этой-то. Так я сейчас его не могу трогать. Почему не можешь трогать? Вот, видишь, не могу. Вот, схватил. Нажимай А. Вот, отцепил. Так. Подтянись теперь левой рукой. Вот, и ставь его туда.
Так, и как ебать. Это... Ебать! А там что, вот эту хуйню... Ну? Там, как его, помнишь схему? Ее надо закрепить. Мне надо вон ту штуку надо пододвинуть. Какую? Да? А посмотри еще раз. А, бумагу ты выкинул, да? И никак ее не посмотреть теперь. Да? Ну. А, во, крутится что ли потихоньку? Я хуй знает. Нет, а в другую попробую покрутить. Вот, вот она крутится в другую. Вот просто ее так туда-сюда, туда-сюда. Во, а она храпом качается. Во, все, останови. Давай. Все, полез в кресло. Пробуй, пробуй, да. Бля, ну я электрик, а я механик. Бля, я тут в космосе справляюсь, а ты не можешь в кресло сесть? Нет, искрит. А я не знаю, что делать. Я тоже не знаю, что делать. Ну давай я еще попробую покрутить, иди сюда. Опять вылезать из кресла? Ну да, может она до щелчка просто ёбнет. Крути. Вот. Во, просто не до конца это. Стой, не трогай. Да, я подожди. Так, эту руку отпустить можно. За что тут можно схватиться? Брат, ты меня сейчас тут раздавишь, и тебе пизда точно. Ой-ой-ой. А чё мне хватать? Куда хватать? Надеюсь, мне тебя не надо будет засовывать туда. В этот. Или нам надо там типа собрать, а потом его на лифте вынуть оттуда? Или чё? Я не знаю, подожди. Я ну тут... чё, давай я попробую пока питание к ней прикрепить. Блять, ты уже напихал сюда всего. Слушай, брат, не двигай там ничего, да я вылезу отсюда. А, вот, давай, давай. Фу. Фу, вылез. Ёбаный в рот. Зацепись. И проползай просто. Перехватывайся. А, вон, смотри, Doors Control, ты можешь схватиться за рычаг? Или это вот эту хуету лифт двигает, да? Нет, ты не за нее схватил. Не, он тут просто нарисованный. А как ты лифтом управлял? Вот на эту кнопку? Да, вот кнопка. А где еще недостающие детали? Ну ладно, батарею я, в принципе... Кажись, понимаю, куда надо засунуть. Все, иди сюда теперь, в эту сторону. А там-то я зачем? Вторую руку. Ну, ты сейчас туда полетишь, она уменьшится немножко. Нам бы надо как-нибудь посмотреть, как он должен выглядеть. Ну, чтобы, типа, знать, какие детали куда вставлять. Хуй, мои пальцы уже устали. Так, а вот здесь я не могу пролезть-то. О, пролез. Давай руку только быстро. А, вот так надо просто, вот так. Оп. Хоп. 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 И открываем. И вылезаем. Слушай, а там вон, смотри, штучка есть, которую можно принести, это бонусная. Видишь, моргает? Путник.
Ёбаного. Ты там, подожди. Так, мне теперь нужен ключ. Нажать, а? Нажать, а? Вот. Марьян, ты оно поставил? Тяжелая гайка. Бля, у меня пальцы болят уже. Выполнено поничинить манипулятор экрана гаечным ключом. А ты манипулятор можешь достать эту хуйнюшку? Какую? Вот эту. Спутник. Нет, он наружу не вылезает. Слушай, а тут я вообще... Я тут не могу пролететь. Чё я тут стремался-то? А я боялся. О, и это поставил. Всё, тебе антенну осталось поставить. Ну, не антенну, а это, солнечную батарею. И все, и он заработает. Ой-ой-ой. Главное, не разболтать, чтобы... Ты, главное, там посторожнее маши, чтобы не это. Или давай я его перелезу, там сделаю уже все, пока ты лазишь. Давай, да, потому что я не... Ну, вообще у меня не получается. Слышь, давай. Делай. Перелезай. Давай, перелезаю. Вот главное, я полез, и он уже почти до тут долетел, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ёбанышки ты, пизду. Давай, короче, садись-то. Фу, сел. Чё делать-то? Вот, антенну вон туда ему поставь, в жопку. Только осторожно, не упинай её. А как вращать-то его? Ну как, одним триггером вращай, другим это... А открыть-закрыть на ЛТР, Т. Ну вот, хватай. Как я тебе схвачу-то? За жопку хватай её, её надо как дискету туда сунуть. Вот-вот она летит, хватай. Ну ладно, схвати вот так вот. Во-во-во, всё, схватил. Вот, и теперь вставляю. Чё ты её отпустил-то? Я не отпускал. А я не смогу. Почему? Ну, потому что, как я тебе её... Ой-ой-ой, главное эти ещё не оторвать. Как работают на технике эти ребята, я понять не могу. Вот, хватай. Вот, ее где надо закрепить? Хуй знает. Может, эту солнечную панель надо закрепить тут, а сюда еще дополнительную батарею? Значит, мы еще не все достали. Че ты его выпустил-то? Не выпускал. Может, она действительно в каких-нибудь ящиках лежит? Может быть. Я уже все, не дотягиваю до тебя. На,
Ты видал, что мы делали? Да. Вот, хватай его вот так вот. Вот, зажимай. Все, зажал. Вот, и теперь потихоньку ее туда. Ну, что-то мне как-то кажется, что не туда. Мне кажется, ее надо по бокам. Слышь? Да, ее по бокам надо. Не пихается. Крепи вон там вот сверху. Наверх. Вот, и вот к этому крючочку, да, крепи ее. Только вот этим желтенькой штучкой. Вот. И что теперь, просто отпускать? Да, отпускай. Блять. Полетели. Нам еще нужна солнечная батарея, еще ножок прицепить. Так, ладно. А где? Где это искать? Ой-ой-ой. Ты просто Y нажми, он сам отцепит все. Я хочу, чтобы он убрался. Там в грузовых, наверное. Бля, я главное, машу правой рукой. Так ощущение, как будто работает левая. Так, все, мне ключ больше не нужен. Да. Не те кнопки нажал. Так, может она где вот тут? А? Может вот, смотри, солнечная батарея, может это этот. Хотя навряд ли это солнечная батарея. А вот она. Ну, солнечную батарею ты нашел, а этот? Ну, сейчас поищем. Мне не видно ее. Так, эту я схватил. А как ее дотащить, я хуй знает. Она здоровая, блядь. На давай, ее. Давай, давай, хватай ее. На. Во. Хватишь? Нет. Ну, переползи. Не. Во. Давай. Давай! Ну что, давай, на. А это все, это максимальное? Да. Вот, как раз за краешек. Хватай, удобно будет управлять. Схватил. О. Да. Давай, теперь ты пролетай, иди там хватай. Она застряла. Слушай, мы тут дорогущее оборудование сейчас разломаем. Бля, я застрял. Во. Да ёбнышки и воробушки-то. Давай. Блядь, тигр отвалился. Стой! Да ладно, а куда надо летит? Нихуй. Да подрежь тигр. А где она? Туда, дальше полетела, вон она. А, вижу, вижу. Слушай, такое ощущение, как будто кто-то еще управляет моим человеком. Ты, например. Хоп. Хоп. Бляха, а вот с солнечной панелью вообще нереально будет это, ну, бороздить. Да ладно. Ага. Тяжко очень.
Не, я так не смогу. А ты, блядь, вот ты ж... Вот как мне теперь ее развернуть, чтобы она была длинной? Давай. Не, ты далеко зацепился. Да маши. Оп. 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 Не, далеко зацепился. Да нормально я зацепился. Перетащи уже... чуть поближе, нихуя. Ты уже так держал. Вот. Отпускай. Давай, отпустил. Так, пошел я пока тогда этот искать. А я что с ней делать тут буду? Ой. Я ее не могу протащить. Сейчас я тебе помогу. Сейчас она... Вжжж! Блять, ну вот ты вот когда надо не цепляешься, когда надо ты... Идиотка. Хать! Хать! Фу, это прям пиздец какой-то. Это так мозг выламывает, это пиздец. Так, а как она выглядит, эта батарея? А, подожди, нам процессор же какой-то нужен. Не батарею, нам процессор нужен. Слышишь? Слушай, мне камеру повернуть надо, он тут по-дебильному крутится. Поворачивай. Оп. Ебать, а где я? Слушай, а я себя теперь не вижу. Тебя не должно видеть. Так, ладно. Тут улететь никуда нельзя, так что поэтому можно... Вот, наверное, надо вот этот, как его? Рубильник дернуть. Может, потому что он там. Так этот рубильник не дергается же. Мы же его изначально пытались дернуть. Да, он не работает. Ладно, а где тогда батарея? А схвати записку, почитай. Потому что этот я вижу. Может, он в другой. Ну ладно, и это у нас тут. Да, я полетел. Погоди, надо было лифт справа вынуть. Ты чё? Мы сейчас потом заебёмся. Нет, я её потом, схвачу. Да? Ладно. Тут нету. Вон она. А, нет, подожди, это ящик. А, ящик надо фомкой скрыть, наверное. Да ладно. Тащи фомку. Вон она на этом, на... Или надо ящик туда притащить к фомке. Ну, потому что ящик фомки, да. Фомка привязанная. Брат, ты очень не вовремя камеры меняешь. Я не меняю камеры. Ну, близко, меньше. Вот, потряси его просто. О, там ракета какая-то. Чё это? Это чё, петарды? Не, слушай, не в ящике она. Может, она в других, он в закреплённых ящиках? Их можно открепляться? А вот сейчас, подожди, тут еще какой-то ящик есть. А, нет, все. Так, ладно. Вот, верхняя солнечная батарея не поставили. А, и все, просто верхнюю солнечную батарею осталось поставить. А вниз? Да, вон внизу, видишь, какая-то хуйня еще.
А, установите следующий процессорный блок. Постановлено. Не поставлено, смотри. Поставлена только верхняя солнечная батарея. Нижняя солнечная батарея не поставлена? Или поставлена? Поставлена. Все, тогда просто... Видишь, починить манипуляторы гаечным ключом. Мы их починили. А, да. Собрать космический телескоп. Все, да, пошли. А чё, что-то в жопку ей засунуть? Похуй её знает. Так, ящик. У меня только, блядь, получалось нормально, блядь, летать. Поверни камеру. Сейчас я тебе поверну. Оп. 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 Есть. Оп. Куда за мячик? За трос. Трос хватайся. Ех. Куда я мимо? Мимо. Пока. А у меня вверх-вниз тупит. Лево-право тупит. И вверх-вниз, и лево-право. Не у тебя только тупит? Вот. Во, вот сейчас не тупит. Так, держи батарею. А я лифт вызову. Так, а как его вызвать? О. Пак, а засовывать-то только с твоей стороны. Да. Убирай его. Ой-ой-ой, руку мне. Слушай, а мы могли сами туда вылететь и сами руками поставить. По идее, да. Да один раз нажми. На. А кто нажимать будет? На. Ну ты перехватишь, а я нажму. Нет, я в космос вон ушел. Давай. Я ее сейчас отпущу, она улетит черт знает куда. А ты не отпускай. Ты вместе с ней лети. Это как, если себе представляешь... Оттолкнись просто таким... рукой. Ай? Рукой оттолкнись. На. Вот. Блять, я ее отпустил. Вижу. Вылезай из кресла и бери ее. Бери! Бери! По башке мне ебнуло. Я поймал? Взял. Все, да. Цепляйся теперь за что-нибудь рукой второй. Так, а мне теперь надо как-то туда пройти. Да, пролезай. Я потом тебя выпущу обратно. Во. Ну, бля, я тут, наверное, уже все кости переломал. А как? Слушай, это мне надо как-то нажимать. Зачем? Ну а как ты сейчас его вызовешь? Тебе придется туда отлететь. Вот. Блять, слаженно играем, слаженно. Fucking shit. Держи ее, схвати. Держу.
Ёбана. Вот. Засунешь ее туда? Нет, давай, мне нужна помощь. Романе-мане. Ну давай. Во. Другую рукой берись. В сторону. Да я хотел. Давай, у меня уже пальцы устали. Ой, устал я уже, блядь. Да подожди ты, я, блядь, пытаюсь перевернуть мозг свой в обратную сторону, а он у меня, блядь, не крутится. Вот. На. О, залетает. О. Давай. Нажимай. Нажимай. На что? На кнопку. Давай, я тут ее, чтобы она отсюда не вылетела. Нах ты оттолкнулся-то? Потому что я хотел вцепиться и оттолкнулся. Вот. Прям за красненькую надо. И туда ее надавить. Во. Пошли. А, мебо стайло работает. И Игрик. Сейчас, подожди, выставлю. Да, ты мне его это, да. Затолкну тебе его. Давай. Нажми еще раз кнопку. Нихуя себе. Да. Убирай лифт. Вот мне кажется, все равно в жопу надо еще засунуть. Не в ту сторону крутишь. Бля, мы бы просто переломали. Так, распаковать доставленный груз. Да охренели, что ли? Ёбушки, воробушки. Союз, Аполлон этот прилетел. На Союзе. Аполлон. Бляха, там еще... Так, открыть руководство. Батарея, распаковать доставленный груз. И все. Заебись. Заебись. Так, ну ладно. Так, подожди, а мне надо теперь... Во. Кто пойдет распаковывать? А, я думаю, что это пролететь-то не могу. Этот, убери лифт. Уй, ты сам сказал его закрыть. Ну а как я тебе отсюда вылезу? Ну я-то вылез. Дурацкий лифт. Летим. Вот. Оп. А где он? Куда он, кстати, пристыковал? А, вон, кнопка красная горит теперь. А нам фомка нужна там? А, ну, может быть, для распаковки, да. Хоч. Интересно, вот настоящие космонавты, они бы что сказали бы? Вы что, ебанулись, такое управление сделали, да?
Да, стопудово. Я хуй знаю. А, да, открывается там двери. А чё это он у меня? Блять, ногу сломал. Оп. Слушай, вот так вот смотришь, да, такой думаешь, что тяжелого, да? Я бы тут, наверное, мы это, как его, уж давно бы все сделал бы, давно бы переместился бы, да? А это только так кажется. Да? Ой, там прям вообще, я бы себе, наверное, бы ноги, бы руки поломал бы. Нет, в смысле, в реале, что ли? Да. Не, в реале я бы проще бы это все сделал. У тебя в реале ты работаешь только в одной плоскости. Да, фомка нужна, видишь? Сука! Там вот как раз видишь вот эту вот заглушка. Давай, лети за фомкой. Ее можно вообще взять? Не знаю, она там привязана. Только не говоришь, что нам придется этот толкать. Не, этот ящик тут не пролезет вообще нигде. Он просто не пролезет. Или нам надо как раз отцеплять вот эти вот грузы для того, чтобы пропихивать. Нам пятнашки тут что ли еще играть? А кстати, прикинь. Поэтому да, действительно, это и привязано. Вот эти вот в коридорах. Да. Хлам. Да не, рехнись. Так, все равно что там стоишь. А мне надо. Да, он не пролезет тут по этим коридорам, он длиннющий. Пролезет. Вот, мы нет, уже, не, нет, вот эти, не, вот эти не грузи пролезет. Сможем оторвать. Не пролезет, не пролезет. Ты просто посмотри фомку. Вот она. Хоп. Вот же ж сука. Распаковывать груз там. Не там, а вот тут, где ты. Хоп. Давай, отвязывай эту хуету. Какую? А я груз пока буду отцеплять. А мы еще сигнальные ракеты какие-то запустили сюда. Не, нихуя. Груз не отпаковывается. Почему? Его нельзя соединить. Че это нельзя? Ну, не отсоединяет его. Блин, застрял. Че, то бишь нельзя отцепить трос? Да, вот эти тросы нельзя цепить. Почему? Ты за него схватись и это как его? А, нажми. Ой, не та кнопка. Ебать. Бля, меня грузом придавило, шлем мне. Во. Оп. Нет, 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 нет. Хорошо уже пролезал. Кто там? Сука, ты груз тупой. Слушай, он ногами сам отталкивается, что ли? Я понять не могу. Да он что-то как-то, да, он непонятно себя ведет тут. Фу. Сложная жизнь космонавта. Жан. Ой, бля, у меня ж прям тут все ж прям уже руки-то болят. Пак, он там к стене прижался. Да запихай его туда, просто в этот, в большой открытый. Распихаем мы там как-нибудь груз.
Мне надо сюда сейчас идти помогать. Ты будешь спереди его тянуть, а я сзади подталкивать. Так, ладно, мне тогда сейчас надо к тебе дрейфовать. Ну хоть тут это, не страшно это, улететь куда-нибудь. Вот сука. Блять, груз тяжелее меня, он должен... Я кручу одной рукой, он мне почему-то в другую сторону крутится. Так ощущение, как будто его перетягивает в другую сторону. Как будто, знаешь, какое-то тяготение постоянно работает. Вот сейчас я кручу, он у меня почему-то в другую сторону крутится. Вот. Вот. Это-то-то. Так, какую руку отпустить надо? Вот эту. Ты куда вылез-то, ёбаный ты по голове? Ну... А ну не трогай меня. Я слышал, как я головой ударился. Так, я понял, надо вот так просто сделать. Еще вообще вверх ногами нахуй сделал. Слушай, иногда мы работаем не как команда, а как наоборот. Непонятно кто. Так, где груз? На мулевой стенке. Тут, по-моему, как-то усложнили. Тут инерция, что ли, больше. Вот, выталкивай его. Вот, надо просто потихоньку, как фура. Ёбана в ро. Застрял. Окей. Дотянулся. Да, он почему-то одну руку вверх тянет, а вторую вниз. О-о-о, выталкивай. Давай-давай-давай, его разворачивать надо. Во! Бля, а тут-то как? Нахуй ты ногами оттолкнулся, дебил! О, знаю что. А, нет, тут лучше не браться. Давай, я его с этой стороны взял, а ты его просто с той стороны заруливай. Слышь? Я от него оттолкнулся, как видишь. Или вот его надо справа сюда засунуть. Вот, смотри. А да я профессионал. Так, вот тут проблема, Хьюстон. Почему? Потому что там коробки. Так, знаешь что? Ну. Я сейчас вот тут пролезу. Если пролезу. О, пролезу. Я облечу его с другой стороны. Да я его уже толкнул. Он пролез уже, да? Блять, ты подожми ты ножки. Так, надо развернуть. Во, вот так. Фух. Да ты ж.
Так, теперь его надо тут прикрутить, слышь? Чтоб он вообще никуда не ебашился. Зачем? На всякий случай. А то мы будем его фомкой разламывать, и это разломаем. Да, он, потому что видишь, туда вон залетает. Давай, брат, мне тут твоя помощь нужна. Вот сюда вот его пристегнуть. Куда ты этот контейнер ты? Ёбаный ты ж по голове. Я, блядь, пытаюсь сюда влететь. Я почти добрался. Давай, крути теперь его, чтобы я прицепил этот. Слышь? Не той стороной. Не за тот край схватил. Почему? Потому что ты там он... Вот. Во. Хватай эту штуку. А как мы ее в лифт засунем? О, я упаковался! Меня упаковало! Ты особо-то и это не маневрируй тут. Все, я тут припарковался, я держусь. Давай, ухерачь его, за ногу давай цепляйся за мою. Вот, и в это. Ты не меня драчи, а вот этого. Да, я сам. Все, он идет. Хуя ты меня уебал. Ты уебал мне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Я так не пролезаю вместе с ним. Держи его. Ой-ой-ой. Схвати его. Схватись вон там и схвати груз. Левой рукой за верхнюю схватись. И получается левой рукой за этот. А, нос чешется. Давай. Давай ползун, давай левой рукой, вот, хватайся, во, отлично, теперь груз хватай. Во, держишь? Да. Сейчас, подожди, я сам-то сюда пролезу. Оп. Давай. Схватил. Ты смотри, а то у него там какая-то хуетень открывается. Может, это и нужно открыть эту хуетень? Нет, наверное. Бля, я тут застрял. Слышь, я не могу ноги поджать, у меня не хватает это. Ведь? Во! Ведь? Ать. Хоп. Ать. Блять, лифт-то. Дай я протиснусь туда. Давай. Это я максимальное, что могу сделать. И все? Ну, отпустись. Кого? Вот руку другую отпусти, вот. Да я другую руку-то отпустил, она у меня отпущена. Видишь, вон? Во-во-во-во, все, хорош. Давай, вот, давай, и лифт вызови этой хуйней. Давай, Игрик! 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 А, ну да. Блядь. Я что-то забыл. Говорю, какой хуйней? Я давай, короче, разглядывать, какой хуйней.
На, теперь груз. Давай. Ты затащи его туда, ко мне. Я вызову опять лифт. Хуя ты, блядь, жонглируешь ею. Блять, я в лифт. А ты зачем ее отпустил? Во, хватайся. Вот, отлично, пропихивай ее. Так тут ты, тут сидишь. Слезай отсюда. Слезай. Да, могу садиться? Да. Точно? Да. Давай, вызывай лифт. Не могу сесть. О. Садись. Во. Во. Давай, вызывай лифт, вызывай лифт. Да похрен, не за ногу. Давай. У меня же руки трясутся. Опять вылезай, да? Схватись. Во, давай. Давай его туда. Давай. Сука. Пихни ногой. Или рукой. Ты только смотри сильно, не пихай, а то там, видишь, поручень убрался с другой стороны. Во-во-во. Ты мне там клапан какой-то откручиваешь в скафандре. Какой клапан? Я шарами бьюсь. Да ты, во-во, хватайся за эту штуку. Во-во, все, отпускай. Ништяк. Фух. Не, ее мне надо. Мне ее вон туда, она с другой стороны. И ты что делаешь-то? Бля, я случайно Y нажал. Во, вот так хватай. Во, и отлично. Просто разворачивай. Осторожно, антенны не задень. О, и пхай ее. Во. Блин, вот этими манипуляторами намного удобнее управлять, чем космонавтами в космосе. Давай, давай, давай. Только мы все оборудование, наверное, поломали. Есть. Отпусти. И крышку только надо снять с линзы. Это линза. О, и это объектив. Крышку с нее сними. А как? Открыть вон, руководство. Открыть руководство. Вон, видишь? Чпоньк. Засунуть и чпоньк сделать. Чего засунуть и чпоньк? Вон чпоньк, самая нижняя картинка, видишь? Он мне этот зажал. Ну тряси, во. Вот, и аккуратненько цепляй ее и снимай с краешку. Нет, ты закрой. С краешку подцепи, как открывашкой. Да я сейчас так вынул. Да ты так не схватишь, останови его. Не хватает. Почему? Хватает, вот. Осторожно, это очень чувствительная техника. Во, откупорил. Целый час собирали космический телескоп. Развернуть космический телескоп. Заебись. И чё теперь? Открыть руководство. А как нам космический-то развернуть космический телескоп? Вы что, издеваетесь, что ли? Ну, ща, подожди. Вон он открыл мне там это... Control room. Дай.
Ну, давай. Ну и что это? Одни control room, это вот это как его? Ты просто сейчас откроешь его, а его же нужно будет еще с этих штук снять. Хуяк. Бля, да нас космос можно. Ну. И? А попробуй теперь вот эту шипануть. Можешь шипануть эту штуку? Нам, походу, дело теперь телескоп надо отцепить. Лезть туда и отцеплять телескоп. Во! Давай, выкидывай его туда. Хватай его аккуратненько и вышвыривай. А убери лифт. Лифт убери, а я его просто этой культяпкой толкну туда. Ай, давай. Во. Я надеюсь, мы правильно сделали. Ты ему еще поддал под зад? А? Мы его в космос, короче, выкинули, мучились, собирали. Ну, так, а нам он надо было или нет? Да. Да. Развернуть космический телескоп. Бля, мы профессионалы. Мы за целый час разобрали ли этот телескоп. Ну, а вы думаете, кто Хаббл-то запускал в космос? Мы. Ну. Поэтому мы так слаженно тут и работали. А, сообщить центру управления полетами. Бзик-бзик. Ну, это на изи. Сам главный телефон. Не, на изи, надо вон через другой вход и лезть. Руководство и доступны новые испытания. Что это такое? Не знаю. Типа по. А, наверное, вон тот. Убери лифт. Лифт убери, пока сидишь в этой штуке. Давай, 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 давай. А то у меня пипка какая-то на скафандре уже горит. Я, наверное, туда уже насрал. Нассал. Какая пипка, не вижу. И тут полетели. Тут как будто инерция, что ли, выше. Давай я в этой штуке посижу. Нет. Мне типа не видно нихуя. Бляха, ты знаешь, в чем проблема? В чем? В том, что эти руки просто, они сначала крутятся в одну сторону, ты вроде пытаешься этот тигр дотуда докрутить, а рука уже начинает в другую сторону крутиться. А, у меня тут нога не влезает. Они по кругу. Да и о, он, смотри, он уже фотографирует все. Кто? Телескоп наш. А, да, смотри, мы попёрли. Там мусора столько. Давай, Хьюстон. Фу, получено первое изображение. Да, смотри, 1-5 минут. Пиздец. Мы за час телескоп. Вы можете включить визуальные подсказки, и это мы уже знаем. А теперь что это? Минералы. Нихуя! Получить образцы минералов с астероидного поля неподалеку. Вот что, он, блядь? Камешек-то. Развернутый вами космический телескоп неожиданно обнаружил неподалеку минералы. Эти образцы минералов могут представлять ценность для исследований в области молекулярных структур.
Вы должны подготовить добывающую капсулу и отправиться к ближайшим астероидам. Ебать. Это что, у нее там двигатели? Двигатели маневровые. А, возвращайтесь с тремя различными образцами для обработки и анализа. Вот это нам миссию дали. Вот, смотри, и карту астероидов. Да ты гонишь. Обалденский. Обалденский. Ладно, на этом тогда и заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, подписывайся на паблик. Ставь пальцы вверх, комментируй. Рассказывай друзьям, делись ссылочками. И до новых встреч. Пока-пока.